Часть пострадавших находится в больницах в Батуми, Грузия. По меньшей мере 100 человек отравились на свадьбе в ресторане Кахабери. Об этом сообщает местный телеканал Рустави-2. Отмечается, что часть пострадавших остается в больницах. В частности, медики после взятия проб обнаружили в еде из ресторана бактерии сальмонеллы, однако в заведении отрицают причастность к отравлению. По словам директора Центра общественного здравоохранения Джаринина Нижарадзе, гости могли отравиться кремовым тортом из-за нарушения температурного режима для хранения. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области, Россия, в детском лагере «Сосновый бор» отравились 64 ребенка. Инцидент произошел в городе Кушва. Все 64 человека были госпитализированы. Отмечается, что все дети, в возрасте от 7 до 12 лет,